يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Воздаем хвалу Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля, нашему Творцу и Создателю, единственному достойного поклонения, а также возносим наши молитвы за нашего пророка, посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, лучшего из тех, кто совершал молитву и пост и указал праведный путь. Альхамдулиллях. Лучшее слово – это слово Аллаха, а лучшее наставление на истинный путь – это сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Самые дурные дела – это нововведение в религии. Всякое заблуждение находится в адском огне. Братья, тема сегодняшней хутбы, хотелось бы ее назвать «Влияние грехов». Влияние грехов. То есть в широком смысле влияние грехов на сердце человека, то есть на личность человека, на его душу и на его религию, то есть на его соблюдение религии Аллаха субханаху ва тааля. Братья, нет, наверное, мечети на земле, не осталось дома из домов Аллаха, где в пятничную проповедь не говорилось бы о влиянии грехов на человеческую душу и на его религию, то есть на соблюдение его законов Аллаха. Однако дополнительно к этой теме и как напоминание хотелось бы раскрыть некоторые положения из этой темы. Дорогие братья и сестры, нет сомнения в том, что грехи, ослушание перед Аллахом субханаху ва тааля, большие и маленькие, все большие и маленькие ослушания перед Аллахом субханаху ва тааля имеют свое влияние. Влияние. Когда человек оберегает что-то, эту вещь он не хочет испачкать, не хочет испортить ее. Как, если эту вещь постоянно поражать какими-нибудь пятнами или грязью какой-то, то без сомнения эта грязь и это то, чем эта вещь поражается или портится, эта вещь, она в конце концов придет в негодность. И также обо всей религии сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говоря о признаках, больших и маленьких признаках наступления и приближения судного дня. Приводится в одном из хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Юдрасу хадад дин, кама юдрасу сул». Изнашивается эта религия подобно тому, как изнашивается рубашка. До тех пор, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пока не останется от этой религии ничего. И останется народ, в котором не останется ничего от религии Аллаха, кроме слов «Ля Иляха Илляллах». Братья и сестры, нет сомнения в том, что грехи, все грехи, большие и маленькие, имеют влияние. Влияние на нашу душу, влияние на наши сердца, влияние на нашу религию. Это влияние, в первую очередь, влияние на сердце. То есть все грехи, большие и маленькие, они влияют на сердце. Что получается, что это за влияние на сердце, братья? Это влияние на сердце. Мы знаем, что у человеческого сердца есть болезни. Эти болезни тщеславие, самолюбие, высокомерие, зависть. Это все болезни сердца. А значит и грехи, и большие, и маленькие.
оказывая влияние на наше сердце, они вот приумножают или усугубляют вот эти вот болезни или дурные наклонности человеческого сердца, они усугубляют и приумножают вот эти вот болезни. И в первую очередь мы говорим о болезнях сердца, потому что приводится также и в одном из хадисов от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя даже речь идет о влиянии маленьких грехов, однако даже эти маленькие грехи влияют на сердце как черные точки, пятна. И до тех пор, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на белую бумагу, если ставить черную точку одну, потом следующую, потом другую, и делать это какое-то время. А если делать это долго, то если в одно место мы будем несколько раз ставить, то уже там станет дыра, а если это будет делать в разные места, то белая бумага превратится в черную, если черными чернилами ставить точки на белой бумаге. Точно так же человеческое сердце. Влияние на человеческое сердце, в человеческом сердце поселяются такие страхи, приумножаются вот эти болезни, как было сказано, и темнота в сердце, а также удаляют сердце человека и отдаляют его от поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. Нет сомнения в том, что влияние грехов, больших и маленьких, это удаляет и делает человеческое сердце более черствым, более жестким, более грубым. А эта черствость, эта жесткость и эта грубость, это черствость и грубость и жесткость перед поминанием Аллаха Субханаху ва Тааля или в отношении поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. Так, о мунафиках Аллах Субханаху ва Тааля также говорит в Коране: «Валя ясдуруна Аллаха илля халиля». Они поминают Аллаха Субханаху ва Тааля только мало. То есть мало читают Коран и мало поминают Аллаха Субханаху ва Тааля эти мунафики, потому что их сердца больны и их сердца далеки от поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. Однако, братья, то, что не менее важно, чем влияние грехов на сердце человека, также важно влияние грехов всех, больших и маленьких, на религию отдельно взятого человека и на соблюдение, то есть на соблюдение законов Аллаха Субханаху ва Тааля. وَتُحْرِمُ الطَّاعَةَ وَتَكُونُ سَبَبًا فِي الْحَرْمَانِ مِنْ دَعْوَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Дело в том, что грехи имеют влияние такое на, поскольку сердце человека, если будет поражено вот этими болезнями, также это автоматически сказывается на том, что человек, это сказывается на соблюдении его религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что, братья, религия Аллаха Субханаху ва Тааля, повиновение Аллаха Субханаху ва Тааля и соблюдение ислама, оно зиждется на важных основах, на двух важных основах. Искренность перед Аллахом Субханаху ва Тааля и соблюдение сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. А если сердце человека черствое и темное от грехов, то у такого человека искренности будет меньше. И в его делах, и в его поступках будет непременно проявляться то, что в его делах и поступках становится меньше искренности. А также приобретение полезных знаний, это мы знаем с вами, что из дополнительных видов поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля, то есть из дополнительных постов, дополнительных молитв, дополнительных поминаний Аллаха, из чтения Корана, из всего этого самое лучшее и самое предпочтительное, самое ценное перед Аллахом Субханаху ва Тааля, это приобретение полезных знаний. И человек как может с больным сердцем или с черствым сердцем, как может человек приобретать полезные знания и как человек может быть успешным, как Аллах может дать человеку успех в приобретении полезных знаний. Большие имамы, большие ученые, которые в веках остались известны среди мусульман не только своими знаниями,
знаниями религии, однако в первую очередь своим благочестием и искренностью перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Говорит имам Аш-Шафии, рахимахуллаху тааля, пусть помилует его Аллах, он говорит, что я пожаловался на свою плохую память, и мне сказали, что плохая память – это от множества грехов, грехи устраняют свет, а знание религии – это свет от Аллаха. Как может свет от Аллаха даваться грешному, то есть преступному человеку, человек, который грешит, у него непременно становится хуже память, и он хуже запоминает, и мы знаем среди получения среди условий получения, приобретения полезных знаний, такие вещи, как проницательный, здравый, острый ум, но не только это, однако также старание, усердие, способность учить и запоминать, а у человека, который погряз в грехах, и который человек, который не контролирует себя в совершении больших и маленьких грехов, конечно же, становится сердце маловосприимчивым, и у этого человека память становится плохой, и он не может получать, не может приобретать полезные знания в должном виде, а как это обязал Аллах Субхану ва Тааля, и как это указал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Говорит в одном из хадисов о предпочтительности приобретения полезных знаний пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что человек, который избрал путь приобретения полезных знаний, Аллах Субханаху ва Тааля этому человеку облегчает путь в рай. И то, что за него делают дуа ангелы перед Аллахом, и всякая живая тварь, которой Аллах Субханаху ва Тааля внушил поминание Аллаха, делают дуа, просят Аллаха за этого человека. И даже рыбы в воде просят Аллаха, делают дуа перед Аллахом за этого человека, который приобретает полезные знания. И ангелы простирают свои крылья, когда этот человек вступает на землю, то есть человек, приобретающий полезные знания. Если, братья, человек, который старается получить полезные знания, если он удостоен такой высокой, высочайшей степени перед Аллахом Субханаху ва Тааля, значит, человек грешащий и человек, который ослушивается Аллаха Субханаху ва Тааля, он не будет удостоен такой высокой чести, и не будут за него ангелы делать дуа, и ни другие живые существа, Аллах Субханаху ва Тааля, не будет внушать им делать дуа, а те люди, которые будут делать за него дуа, Аллах Субханаху ва Тааля не будет доводить это до него в лучшем виде, не будет принимать это дуа, если этот человек вызывает гнев Аллаха, если этот человек своими грехами гневит Аллаха Субханаху ва Тааля, то дуа за него Аллах Субханаху ва Тааля не примет за этого человека. Однако мы делаем дуа за себя и за всех мусульман, и за каждого из них, просим Аллаха Субханаху ва Тааля, и просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах нас наставил на истинный путь. И несмотря на то, что мы, зная и признавая свои грехи, просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах избавил нас от этого. Дорогие братья, грехи влияют на всю жизнь человека, от его начала, от его рождения до его конца. И говорится в некоторых хадисах, хотя некоторые из этих хадисов некоторыми учеными считаются слабыми, однако смысл их правильный, они подтверждаются другими источниками и другими достоверными хадисами. Смысл этих хадисов, что общий смысл их таков, что на предопределение Аллаха Субханаху ва Тааля влияет дуа, то есть если бы что-то могло менять предопределение Аллаха Субханаху ва Тааля, то это было бы именно дуа. Таким образом, предопределено Аллахом человеку, сколько он будет жить и как он будет в этом мире жить, насколько он будет богат или беден, и насколько он будет счастлив или несчастен. Это все предопределено Аллахом. Однако в определенных границах и в определенных пределах может Аллах Субханаху ва Тааля менять некоторые моменты, некоторые вещи из своего предопределения, по своей мудрости Субханаху ва Тааля может изменять то, что Аллах Субханаху ва Тааля определил. Однако говорится в одном из хадисов то, что
Если и есть что-то, что уменьшает пропитание раба Аллаха, то это грехи. Опять влияние грехов, братья. Значит, человек много грешит, и это уменьшает его пропитание, урезает его пропитание. Человеку было бы Аллахом дано столько, однако по причине того, что он совершил грех, Аллах Субханаху ва Тааля урезает его пропитание, и это отсутствие бараката в жизни человека. А отсутствие бараката в жизни человека, братья, это не только ограничение материальных возможностей, это также ограничение времени. Потому что время – это самое большое богатство. Деньги можно вернуть, и деньги можно, если у человека не было, они вдруг стали, и он вдруг их заработал, и вдруг у него, он разбогател человек, или продав что-то, человек получил прибыль. Однако время невозможно вернуть, и невозможно вернуть даже маленькую толику того времени, которое было пройдено и которое было упущено. Время – это то богатство, которое уходит безвозвратно. Время – это такое богатство, которое уходит безвозвратно. Неизбежно человек, который совершает большие и маленькие грехи, он прежде всего теряет баракат перед Аллахом Субханаху ва Тааля во времени. Потому что на совершение грехов тоже нужно время. На совершение грехов нужно время, а еще эти грехи влияют на сердце и на душу человека. И на его ум, и на его дела и поступки это оказывает влияние. Поэтому это уменьшает баракат Аллаха Субханаху ва Тааля во всей жизни человека Субханаху ва Тааля. По этой причине от этого становится более тяжелой, более тяжкой существование человека в этом мире. Жизнь для него становится сжатой, узкой. И дела, которые он хочет решить, и вопросы, которые он хочет решить, они для него становятся трудноразрешимыми. И Аллах, поскольку Субханаху ва Тааля по своей мудрости от этого человека, и Аллах разгневан на него и не принимает от него дуа, по причине множества и преобладания его грехов. Братья, самое дурное влияние грехов на дела человека, на поступки человека, Субханаху ва Тааля, это самое, наверное, страшное, что может быть во влиянии грехов. Потому что большие и маленькие грехи, если собрались вместе, и если они повлияют на дела человека и повлияют на его дела, в том смысле, что даже хорошие дела, даже хорошие поступки человека, такие как молитва, пост, закат, садака добровольные, это одно из влияний грехов больших и маленьких на дела человека. То, что они затрудняют или не дают, или то, что эти грехи становятся причиной того, что Аллах Субханаху ва Тааля не принимает от человека хорошие дела. Есть такие грехи или нет, которые становятся причиной непринятия Аллахом Субханаху ва Тааля хороших дел. Да, есть. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране о том, что те люди, которые дают садака явно так или скрыто. И если человек дает садака, неважно, это садака является дополнительной или обязательной, как закат, например. И после этого человек упрекает этого человека, которому дал. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране, смысл аята таков, что «О вы верующие, не делайте перед Аллахом пустыми ваши садака». После того, как вы начинаете упрекать или взамен этого просить что-то у человека. Просить что-то у человека. Человек просит, обращается к своему приятелю и говорит: «Слушай, завтра, пожалуйста, там», он его не спрашивает, может он или не может, «приедь за мной, забери меня, отвези туда-то, или там моего сына отвези туда, меня привези сюда, у меня машина сломалась». Этот человек, например, немного в растерянности, «послушай», говорит, «мы вроде не договорились, я на завтра занят». Но этот человек его что? Упрекает. Он одновременно, он ему давал что-то, или он ему помогал. Он говорит: «Я же тебе помог, я же тебе давал. Я же тебе помог, когда тебе нужно было. Сейчас и ты мне тоже сделай». Если человек так поступил, этот человек свое садака, то, что он ему помог, делает перед Аллахом Субханаху ва Тааля пустым. Также многие из видов, и все это относится к рия, к двуличию, к показухе. Любое поклонение перед Аллахом Субханаху ва Тааля, если человек это поклонение сопровождает показухой, делает это и при этом рекламирует этот свой поступок, его афиширует так.
или говорит об этом после того, как совершил этот поступок, то это в отдельных случаях или в некоторых случаях, не во всех, но в некоторых случаях, в зависимости от намерения человека, Аллах лучше знает наши сердца, Аллах лучше знает намерения наши, то Аллах Субханаху ва Тааля может не принять этот поступок, Аллах Субханаху ва Тааля может в судный день человек, когда придет и скажет, я сделал поступки, будут грехи и хорошие дела взвешиваться, человек вдруг удивится, скажет, где же я столько лет читал намаз, где же я столько лет держал ураза, где же я столько много раздал садака, не находит это в своих весах, а этого нет, потому что он это сопровождал с дурными поступками, и вместе с этими дурными поступками ушли его хорошие дела. Братья, среди это все мы говорили о влиянии больших и маленьких грехов на отдельно взятого человека. Приходит множество хадисов от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что грехи, ослушание Аллаха, большие и маленькие, влияют на целое общество. То, что Аллах, субханаху ва тааля, в тех районах и в тех местностях, где они нуждаются в дожде, Аллах, субханаху ва тааля, подолгу не дает дождя. Приходит в хадисе то, что более всего является причиной того, что Аллах, субханаху ва тааля, задерживает, не дает дождь, это то, что люди не выплачивают закат. То, что люди не выплачивают закат. Этот хадис приводит свою имама Бухари и имама Муслим. Аллаху мустаан. Поэтому влияние грехов на целое общество. Аллах, субханаху ва тааля, говорит в Коране. Смысл аята таков, что пусть те, которые совершают грехи, ослушиваются Аллаха, боятся того, что... пусть боятся Аллаха люди, то, что если Аллах накажет за грехи, то это наказание попадет не только на тех, которые эти грехи совершают. И Аиша, да будет доволен ее Аллах, мать правоверных, спрашивала пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о последних временах, и говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эти народы и эти люди, живущие в эти времена, могут попасть под наказание Аллаха или попадут под наказание Аллаха. И спрашивала Аиша, а будут ли среди этих людей благочестивые люди? То есть истинным образом благочестивые люди. Среди них будут или нет? Да, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они будут. Поэтому бойтесь фитны, говорит Аллах, субханаху ва тааля. Фитна в данном аяте имеется в виду наказание Аллаха. Проклятие, наказание Аллаха, которое попадет не только на грешащих из вас, не только на тех, которые совершают грехи из вас. И также это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, влияние грехов на целое общество и на целые государства сравнивает с кораблем. В этом корабле может быть несколько человек, однако может быть половина или меньше половины, или всего несколько находятся возле днища, внизу корабля, а другие выходят наверху, находятся, и те, которые возле днища, говорят, нам до воды трудно пробираться, подниматься на борт корабля снизу, а потом еще доставать воду опять. Лучше мы пробьем здесь дыру, и вода отсюда поступит нам. А если люди, которые наверху находятся, оставят их так делать эти дела, то, которые они считают недостатком своего ума и испорченности своего восприятия этого мира, и Аллах, субханаху ва тааля, погубит и этих людей вместе со всеми. Они сделают дыру в корабле, и корабль затонет вместе с праведными людьми, вместе с грешниками. Так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнивает людей, тех, которые своими грехами влияют на общество. Влияние на общество грехов, оно, братья, очевидно. Некоторые из грехов, субханаллах, есть такие, которые, может быть, многим из людей, или большей части из них, или подавляющему большинству, не придет в голову никогда совершать такой грех. Однако маленькое количество людей совершает этот грех, рекламируют его, показывают так и искушают других. И человек, которому никогда не пришло бы в голову так сделать, он это видит. Может быть, он всю жизнь жил бы и не знал, что такое можно делать. А тут он видит это. Видит это по телевизору, видит это в рекламе, видит это в газетах или еще где-то. То есть
Даже этих людей, если меньшинство, они оказывают влияние, дурное свое влияние на большинство. Братья, мы в каждой теме, большой и маленькой, стараемся привести такие сравнения и параллели, поскольку перед Аллахом Субханаху ва Тааля самый большой грех и самое большое ослушание – это ширк и куфр. А после этого – бид'а, нововведение вероубеждений перед Аллахом Субханаху ва Тааля. После ширка и куфра – бид'а, нововведение – самый большой грех. Только потом, после этого, остальные большие грехи, такие как зина, убийство человека без права. Однако, братья, раскол среди уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и разветвление, мы можем посмотреть, что более всего грешащими из разных группировок, из разных групп, Аллах, субханаху ва тааля, сделал, установил такую сунну в своем творении, то, что более всего грехи, о которых среди мусульман нет спора и нет разногласий, то, что это плохо, и то, что этот грех, этот мерзость, и то, что это грех и ослушание перед Аллахом, субханаху ва тааля, у нас нет спора об этом, мы видим более всего грешащими тех людей, которые отдалились в своем вероубеждении от Аллаха, субханаху ва тааля, и являются приверженцами какой-то из группировок. Таким образом, мы видим среди рафидитов распространение зина, кровосмешание, инцесса, это то, что они называют в их фикхе, в их книгах временным браком. Это то, что мы видим среди них влияние грехов их на отдельно взятого человека и на целые группы. Если отдельно взятых людей в истории брать, то до такой степени они погрязли в своих грехах, что они из истории, эти люди, известны более как грешники, чем они какие-то были ученые или имамы. Это говорится о имамах или о предводителях группировок, заблудших группировок, и такие как Ахмад аль-Гулам аль-Кадьями и подобные ему, те, которые в большем или меньшем заблуждении находились в разные времена, среди разных народов, в разных местах. Эти люди вместе со своими грехами, они сделали как будто грехи свои отличительной чертой той группировки, которой они принадлежали. Просим Аллаха субханаху ва тааля через его прекрасные имена и возвышенные качества, чтобы Аллах субханаху ва тааля по своей милости уберег нас от больших и маленьких грехов. Смысл слова «такый» – богобоязненный в Коране, от «таква». Его значение в толковании некоторых ученых, муфассиров, приходит воздержание от больших и маленьких грехов. Воздержание, братья, от больших и маленьких грехов. Просим Аллаха субханаху ва тааля за нас, за себя и за нас, и за всех мусульман, чтобы Аллах субханаху ва тааля уберег нас от больших и маленьких грехов, чтобы Аллах субханаху ва тааля очистил наши сердца, уберег нас от фитны, от искушения перед этими грехами, а те грехи, которые мы уже сделали, просим Аллах субханаху ва тааля, чтобы Аллах нам дал баракат, свою милость, эти грехи искупить перед ним, субханаху ва тааля, те, которые мы не успеем искупить, чтобы Аллах субханаху ва тааля нам по своей милости простил, субханаху ва тааля, иннаху валию залика валь кадиру алейх, ва акулю ма тасмауна, астагфиру Аллаха аль-азим ли ва лакум, ва ли кафати аль-муслимина мин кулли дамбин, фастагфируху иннаху кана ваффар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва ля аср, иннал инсана лафи хуср. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبراتي الحمد لله. Есть много причин, а если мы уцепимся или постараемся взяться за эти причины, станут приблизят к нам милость Аллаха Субханаху ва Тааля. Это прежде всего следование сунне Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Иман в Аллаха и предавание Аллаху никого сотоварищей, и придерживаться сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Помнить, братья, о хадисе пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. И некоторые здесь и в других местах среди мусульман раздаются голоса, люди, которые совершенно далеки от знаний, не знают ни арабского языка, не знают и не учились нигде, или эти люди совершенно своими знаниями не соответствуют тому уровню, чтобы судить о хадисах, говорят, что как будто хадис слабый, альхамдулилля. Хадис приводится
у имама Ахмада в Муснаде. И хадис этот приводится у имама Термизи, братья. Этот хадис, наверное, напоминается в этой мечети с минбара, этой мечети и на хутбах в этой мечети. Именно этот хадис, наверное, напоминается в каждую хутбу, в каждую пятницу. Братья, 73 группировки, 72 группы заблудших, 72 группы заблудших, 73 группировки, из них 72 заблудших. Одна правильная только. Хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто она, эта правильная группировка? Спросили сахаба. О посланник Аллаха. Кто она, эта группа? Те, которые, на чем я, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мои сподвижники. Те, которые, на чем я и мои сподвижники, братья. Вот с одним мусульманином разговариваем на эту тему, и он сравнивает. Это допустимое сравнение, как просто пример. Приводит пример этот человек, рассуждает, говорит, это же как будто бы дом, братья, в котором 73 комнаты. В одной комнате, и только если будешь ты, спасен будешь. В остальных комнатах, если будешь жить, погибнешь там. Братья, некоторые из этих комнат вообще в подвале находятся. Там нет ни окон, ни дверей, там темнота, вообще мрак. Некоторые из этих комнат. Некоторых из этих комнат дурной запах такой стоит. Это группировки в исламе, которые имеют место. Братья, некоторые из числа мусульман, они родились в этих комнатах. Но если бы они оставались до них раньше, то они бы думали, я где родился, там и должен там в этой комнате оставаться, в какой я родился. Значит, если заблудшая группировка из 72 заблудших группировок, есть такая заблудшая группировка, как Рафида, например, шиа, о которых мы говорили. Братья, я их постоянно привожу в пример, потому что они одни из самых опасных, одни из самых заблудших, одни из самых вредоносных для мусульман. И в отношении которых у нас нет спора и нет разногласий среди нас. Не возникает разногласия, то, что они заблудшие. Однако, братья, эти заблудшие группировки, эти 72 комнаты, губительные комнаты, в которых запах такой, если им долго будешь дышать, отравишься. Или в которых света нет, что если будешь ходить по этой комнате, наткнешься и выколешь глаза, и останешься без важных органов, например. Или тебя в этой комнате, не знаешь, кто на тебя там с какой стороны напал, или что-то с тобой сделал. Это, субханаллах, братья, это как пример. Однако, если эти заблуждающиеся группировки из числа мусульман, 72 комнаты, кто-то ведь в этих комнатах родился с самого начала и живет, то есть в этой общине, в этой среде, кто-то родился среди шиитов, как он будет знать, что это заблудшая группировка, что 72 спасенные группировки? Братья, он будет это знать, только узнав истину. Не будет это знать через авторитета, не будет это знать через человека. Да, человек может стать причиной. Однако человек только становится причиной по милости Аллаха. Но этот человек, поэтому, братья, мы говорим, у нас правила в исламе есть. «Иарафиль хак, таариф риджаль». Узнай истину, а потом узнаешь только последователей этой истины. Узнай истину и узнаешь последователей этой истины. Не узнав истину, ты не узнаешь, кто эта истина, последователи этой истины, а кто противник этой истины. Невозможно, братья, узнать. А человек пришел в ислам, и по невежеству, по незнанию, он в какие-то 72 эти комнаты, одну из них зашел, или осознанно выбрал дурную комнату и зашел туда, и там остался. Либо выбирает, из одной выходит, в другую заходит. А большинство мусульман, тех, которых мы называем этнические мусульмане, это наши соплеменники, татары, там, те, кто на нашей родине вырастет, которые мы, народ, мы их называем наших соплеменников. Если мы узбеки, говорим наши соплеменники узбеки. Если мы чеченцы, говорим наши соплеменники чеченцы. Однако, братья, там, в том регионе, где заблудшая группировка распространена, как будто бы человек уже родился в этой комнате, которая вот эти 72 комнаты, в которых мрак, и если в которых оставаться жить и не выйти из них, из этих комнат, человек погибнет. Человек будет подвержен адскому огню. Это смысл хадиса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И только одна комната, в которой, если будешь оставаться, в ней есть свет и в ней есть все необходимое. Может быть, эта комната, братья, не из золота и не из бриллиантов сделана эта комната.
Это не значит, что это из 73 комнат одна спасительная комната, в которой надо находиться, что она вся в золоте и в бриллиантах. Тогда бы все туда скопились уже давно. И в эту комнату все бы набежали. И все бы собрались именно в этот зал. Из 73 залов. Однако, братья, эта спасительная комната, эта, она не благами устлана вся в бриллиантах и в алмазах, и там 5 раз в день кормят, как в самой шикарной гостинице, и там тебя прислуживают. Это был бы рай уже на земле. Однако, братья, нет. В этой комнате есть все необходимое. Самое, в ней есть свет, и в ней есть полезные знания, и в ней есть ясность и четкость, и понимание сунны пророка, понимание религии Аллаха, понимание сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В ней это и есть, альхамдулилля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что касается достатка человека. Если человек свой день, он утро встретил в благом здравии и с куском хлеба пропитанием на этот день, как будто бы он обладает всем миром. Как будто бы этот человек богатейший человек, который обладает всем миром. Братья, если вы утром проснулись, вы в благом здравии, в безопасности, как сказал в одном из хадисов, приходит, в безопасности человек, в благом здравии, не беспокоит его болезни какие-то, недуги или какие-то проблемы. Этот человек пусть думает, что ему открыты богатства мира. Поэтому, братья, не измеряется, невозможно измерить материальным это принадлежность этой спасенной группировки. И никто об этом не говорит, никто об этом не думает. Однако, братья, эта спасенная комната из 73, в которой находиться нужно. Только одна, братья. Все эти остальные комнаты, все эти остальные, они в мраке, в темноте, или там зловоние стоит, или там они отравлены, или там яды в них, которые, если долго находиться, человек погибнет там, или человек будет отравлен, либо это человек скажется на нем. Это делается, братья, это мы говорим только как сравнение. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, по своей милости даст нам баракат, упасет нас, пусть Аллах субханаху ва тааля убережет нас, всех мусульман, от больших и маленьких грехов. Пусть Аллах субханаху ва тааля прежде всего убережет нас от больших и маленьких заблуждений. Пусть Аллах субханаху ва тааля убережет нас от больших и маленьких заблуждений в религии Аллаха. Пусть Аллах субханаху ва тааля даст нам понимание его сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, понимание своей религии. Пусть Аллах субханаху ва тааля как свое благо обратит на нас. То есть в лучшем виде Аллах субханаху ва тааля только кого полюбил, дает понимание в религии. «Ман арада Аллаху бихи хайран», говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, для кого Аллах пожелает блага, «юфаккихуху фид-дин», сделает его понимающим в религии. То есть сделает его различающим, понимающим эти 73 комнаты, где из них спасительная комната, в которой нужно находиться, в которой нужно сидеть, а не за пределами ее и не в остальных комнатах. Поэтому, братья, еще раз и еще, напоминание этого хадиса и смысл этого хадиса, о котором говорится, о 72 заблудших группировках, братья. Сегодня, хотя мы говорили о влиянии грехов на человека и привели пример, свидетельствует этому история мусульман, 1400 лет истории мусульман. И также современность, наше время, которое мы живем. Везде, где заблуждающиеся группировки в большей или меньшей степени распространены, где они присутствуют, есть. Везде есть наказание, проклятие от Аллаха, везде влияние грехов явно и четко проявляется на отдельных людях и проявляется на обществе. Проявляется на людях и проявляется на обществе, в котором живут эти люди, проявляется на их государстве и проявляется на их территории, где они живут. Пусть Аллах субханаху ва тааля дарует нам из своих благ, простит нам наши грехи, нам и всем умершим мусульманам, кто ушел из этого мира со словами «Ля иляха илляллах Мухаммадун расулуллах». Акулю ма тасмаун фа ин хатаа фа мин нафси ва мин аш-шайтан ва ин саваба фа мин Аллах. Если сказанная была ошибка, то это от шайтана и от зла души. А если истинное, то это истина от Аллаха субханаху ва тааля. И прошу прощения за себя и за всех мусульман. Астагфиру Аллаха аль-Азим али ва лякум ва ликаффати аль-муслимин мин кулли занби фастагфируху иннаху кана гаффара. Алла ва салли ва саллиму аля набийя ар-рахма Мухаммад ибн Абдилла саллаллаху алейхи ва алихи ва саллям кад амаракум Аллаху бизалика ва кала عز شأنه في القرآن الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على كل آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. الله الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم